Всем доброго времени суток, это школа успеха, и я ее преподаватель Полянский Алексей. В сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о выравнивании в Excel. То есть шрифты и буферы обмена мы разбирали ранее на уроках Word. Для того, чтобы нам сделать ячейку соответствующего размера, нам необходимо выделить набор ячеек по горизонтали и по вертикали, соответствующего размерам данной ячейки. Нажать клавишу «Объединить». Объединить здесь много функций. Можно объединять по строкам, по ячейкам и, соответственно, отменять выделение, объединение. Теперь, для того, чтобы нарисовать границы нашей ячейки, мы заходим в все границы и выбираем соответствующие границы. Далее, для того, чтобы ввести текст в нашу ячейку, нам необходимо сделать вход. А далее, чтобы курсор пошел под низ ячейки, нам необходимо на клавиатуре нажать Alt плюс Enter. И у нас курсор автоматически переместится вниз. Теперь мы можем писать наше слово, которое находится внизу. Теперь далее, для того, чтобы сделать выравнивание по левому верхнему углу, нам необходимо выбрать вверх и лево. То есть здесь у нас выравнивание происходит следующим образом. По высоте и по ширине. То есть в данном случае вверху слева. Значит, мы ставим вверху и, соответственно, выбираем левую сторону. Далее применяем увеличение шрифта. То есть вот готов. Далее. Для того, чтобы нам написать горизонтальный текст вертикально, нам необходимо зайти в направление текста и сделать соответствующее редактирование. Повернуть текст вверх. Также можем пользоваться заливкой и изменять цвет букв по необходимости. С вами был Алексей Полянский из Школы Успеха. Записывайтесь на наши курсы. Всего доброго. До свидания.